Отличная идея собраться на пикник. Нужно делать так почаще. От вас очень много шума в моем лесу. Но я вас накажу. Поживите без родителей. Это из-за вас. Вы шумели. Дети, что вы здесь делаете? Потерялись? Наши родители исчезли из-за мальчиков. Нет, девчонки виноваты. Хватит ругаться, малыши. Смотрите, как я умею. Ну что, нравится? Ты смешная. Здорово. Так, ребята, не плачьте. Я что-нибудь придумаю. Ага. Вот, я же говорила. Теперь вы сможете здесь жить. Девочки, это ваша комната, а мальчики будут здесь. Вау, машинка! Котик, мне нравится. Я рада, что всем хватило места. Кто-то пришел? Я не могу больше их воспитывать и отдаю в ваш детский дом. Ну, что делать? Конечно, оставайтесь. Ты будешь в этой комнате, малышка. А ты можешь идти к мальчикам. Привет, я новенький. Давай играть. Давайте поедим. Достань нам еды. Вот, держите, тут много всего. Здорово придумал. Давайте пошутим над девчонками. Мы принесли вам кашу. Спасибо, вкусная. Ой, мой живот, что ты подсыпал? Так вам и надо. Ха-ха, отлично пошутили. Противные мальчишки. Выпей воды. Спасибо, мне лучше. Смотри, как я могу. Круто получается. Дай мне попробовать. Давай кто дольше. Я придумал кое-что получше. Попробуем попасть в девчонок. Ай, больно. Кто это сделал? Это ужасные мальчишки. Не плачь, мы им отомстим. Сейчас туалет песика окажется в их комнате. Классно придумала. Ловите, мальчишки. И это еще не все. Будут знать. Это очень смешно. Как ты метко попал? Ой, что это? Фу, как воняет. Как они посмели. Подлые девчонки. Мальчики, кто принес это в комнату? Это все девчонки. Я поговорю с ними. Девочки, как вы могли так поступить? Я думала, вам можно доверять. Они первые начали. Ничего не хочу знать. Идите и извинитесь. Это нечестно. Нам жаль. Извините. Вот еще. Мы не будем с вами разговаривать. Девочки, хорошенько уберитесь здесь. И все забудем. А мы пока прогуляемся. Ладно, давайте сделаем это. Мы им еще покажем. Вместе мы быстро все уберем. Я заказала нам мороженое. Угощайтесь, мальчики. Это так вкусно. Спасибо, Дора. Я рада, что подняла вам настроение. Я уже немного устала. Давайте ложиться спать. Всем сладких снов. Ой, что мне приснилось? Я знаю, как отомстить мальчикам. Нужно сначала опробовать на себе. Ха-ха, это подойдет. Подружки, срочно просыпайтесь. План мести мальчикам готов. Что ты придумала? Накрасим их, пока они спят. Ха-ха-ха, это будет весело. Нужно сделать все быстро. Смотрите, ему идут тени. Давайте лучше розовые. И, конечно, добавим помаду. Этому я добавлю побольше мейка. Надеюсь, им понравятся ромашки. Смотрите, как ему идет фиолетовый. Давайте потише, а то они проснутся. Быстрее уходим, девочки. Вот они с утра удивятся. Пора вставать.
Ой, что это с вами? Ха, на себя посмотри. Вот умора. А гляньте на Питера. Ха, просыпайся, фея. Что это с вами? Ты еще себя не видел, как мы глупо выглядим. Мальчики, что за шум? Ой, ничего себе у вас макияж. Вам очень идет. Ладно, держите салфетки, все смойте. Легко отделались, нужно отомстить девчонкам. Берите ножницы и краску. Ну что, сделаем стрижки? Будут знать, как к нам лезть. Представляю их лица с утра. Им понравится этот модный цвет. Пора вставать. Ой, Роза, волосы! А, твои тоже! Что случилось? Нет, только не это! Как они могли так поступить? Мы теперь страшные! Девочки, только без слез. Мы сейчас все исправим. Девочкам нужны новые прически. А, без проблем. Ага. Вау, как красиво! Лучше, чем было. Ага. Я снова красавица. Я счастлива. А теперь новый цвет волос. Мне так идет. Это супер. Всегда хотела такой цвет. А где девчонки? Тут только их собака. Давай ее заберем. И спрячем вот тут. Они так испугаются. Классная идея. А где Балу? Он пропал. Только не это. Мальчики, что за лай в комнате? Что здесь делает щенок девочек? Вы специально его сюда посадили. Я очень разочарована. Мы просто хотели поиграть. Мы случайно. Сейчас же верните его девочкам. Давайте спрячем его в холодильник. Ха, никто не догадается, что он там. Вы что, не послушались меня? Зачем вы так себя ведете? Я очень расстроена. Давайте помиримся с девчонками. За сладости они нас точно простят. Привет, не плачьте. Вот ваш щенок. С ним все в порядке. Мы просто пошутили. Простите нас. Вот всякие вкусняшки. Давайте не будем ссориться. Ладно, мы вас прощаем. Мороженое очень вкусное. Тут так весело. Мне тоже нравится. Эй, девчонки, быстро отдавайте свои карманные деньги. У нас ничего нет. Тогда я побью вас палкой. Что тебе надо? Отойди от наших подруг. Вот это защитнички. Я позову на помощь. Эй, ты, получай. Не смей их доставать. Охрана, быстрее сюда. Что случилось? Он угрожает нашим подругам. Да я просто гулял. Уведите его, я все видела. Ну-ка, идем со мной. Мальчики, вы такие молодцы. Настоящие герои. Попрыгайте на батуте, отдохните. Класс, тут так весело. Давайте всегда вместе играть. Я так рада, что вы подружились. Ребята, вы все заслужили мороженое. Как же вкусно, спасибо. С клубникой, мое любимое. Ох, как кружится голова. Что с вами, Дора? Вам плохо? Кажется, мне нужно в больницу. Помогите нам. Нужны лекарства. Сможете достать деньги? Я умею танцевать. Вот так. Я здесь все уберу. Смотрите, как я могу. Вот немного денег для вас. Слишком мало. Нам нужно что-то делать. Эй, иди
идите сюда, мы еще кое-что нашли. Смотрите, что там. Это настоящий клад. Мы спасем мисс Дору. Вот, возьмите, вылечите ее. Это дорогое лекарство должно помочь. О, все прошло, вы мои спасители. Ура, вы снова с нами. Наконец-то мы вернулись в школу. Мы так давно не виделись. Мой первый день в новой школе. Все будет хорошо, дочка. Ладно, увидимся позже. Бай-бай. Привет, я новенькая. Только посмотри на нее. Ну и прикид. Мальчики, скорее сюда. У нас новенькая. Какой странный цвет волос. У нас чудиков не любят. А что у нее в рюкзаке? Эй, не трогайте, отдайте. Хе-хе, ну конечно. Было твое, стало наше. Я не собираюсь бегать за вами. Отдавайте мои вещи. Попробуй отними. Что я вам сделала? Какая плакса. Хочешь свой рюкзак? Идем за мной. Тут ему самое место. Он утопил мои тетрадки. Думаешь, мы тут тебя не найдем? Тогда посиди и подумай. Эй, выпусти меня. Ну уж нет. Ого, пора на уроки. Хорошего дня. Стой, открой дверь, ну пожалуйста. Кто здесь? Помогите мне. Секунду, я принесу ключи. Кто тебя обидел? Ребята из школы. Они отобрали мой рюкзак и выбросили мои вещи в унитаз. Пожалуйста, не плачь, мы достанем твои вещи. Вот, держи. Давай немного просушим их. Видишь, все в порядке. Спасибо, ты спас меня. Мне нужно бежать на уроки. Увидимся. Он настоящий герой. Кажется, я влюбилась. Здравствуйте, я новенькая. А почему опаздываешь? Извините, так получилось. Садись на свободное место. Как можно опаздывать в свой первый день? Долго сидела в кабинке. Наконец-то перемена. Пойду в столовую. Она ушла. Время развлечься. Что будем делать? Я уже все придумал. Покрасим ей стул. Гениально! Давай быстрее, пока она не вернулась. Отойдите от ее места, так нельзя. Ой, подумаешь, какой защитник. Сейчас же вытирайте. Еще чего, можешь сделать это сам, если хочешь. Ну, я до вас доберусь. Ой, что ты делаешь? Ты раскрасил мой стул? Нет, я пытался оттереть его. Значит, тебе тоже доверять нельзя. Ты все не так поняла. Я очень расстроена, Райан. Неужели ты мне не веришь? Прикольно получилось! У нашей одноклассницы сегодня день рождения. Это сюрприз для нее. Передадите? Да, конечно. Вот она обрадуется. Здравствуйте, я возьму это. А тебе просили передать подарок, держи. Правда? Ничего себе. Интересно, что же там? О нет, змея! Я ужасно боюсь их.
Ты бы себя видела! Это очень смешно! Я выложу это видео в интернет! Что там происходит? Змея? Опять эти хулиганы шутят? Не волнуйся, я разберусь. Все в порядке. Змеи больше нет. Ты снова спас меня. Ты мой герой. Давай пообедаем вместе и поболтаем. Я с радостью. Какое твое любимое блюдо? Паста с сыром. И у меня тоже. Вот это да. Райан лучше всех. Вперед! Смотри-ка, они теперь парочка. Готовься проиграть. А вот и посмотрим. Что ты делаешь? Думаешь, что сможешь соревноваться с нами? Я выиграл. Это случайность. Так нечестно. Райан молодец. А как тебе такое? Что, уже не лучший? Не связывайся с нами. Давайте играть. Попробуй отними. Да запросто. Вот и все. Да как ты посмел? Конец тайма. Счет 2-2. Держи полотенце, Райан. Набирайся сил. Хорошо, что ты со мной. Мы должны обыграть этого выскочку. Точно. Сейчас наш шанс. Так намного лучше. Как тебе игра? Ты так здорово справляешься. Я знаю, что ты победишь. А теперь одиночные удары. Джеймс начинает. Не попал. Да как же так? Теперь очередь Райана. У меня получилось. Я выиграл. Это несправедливо. Он играл нечестно. Теперь мы неудачники. Не обращай внимания, Райан. Ты получаешь кубок. Я так рад. Райан лучше всех. Ура! Так, я жду тебя у ворот. Hello. Привет, папа. Идем домой. Мама, привет. Ты заберешь меня из школы? Дита, у меня нет времени. Я на работе. Но почему за всеми приходит, а за мной нет? Ладно, доберусь сама. Я уже привыкла. Ага, какой рюкзачок! Отдай! Это мое! А ты попроси вежливо! Отдай мой рюкзак, пожалуйста! А вот и нет! Почему ты издеваешься? Потому что мне так хочется! Хочешь свой рюкзак? Давай деньги! Да забирай! Эй, что здесь происходит? Не твое дело! Ты сейчас же вернешь ее вещи! Еще чего! Я не шучу. Что ты себе позволяешь? Я тебя сейчас побью. Ну, попробуй. Он побил тебя. Ему тоже досталось. Спасибо, что помог. Идем скорее в больницу. Что у вас случилось? Меня побили. Сейчас я вам помогу. Ага. Вот и все. Теперь можете идти. Ты выглядишь как настоящий герой. Я написала Райану о своих чувствах. Что он ответит, когда прочитает? Ты видела? Она что-то положила в шкафчик Райана. Любовная записка? Сейчас умру от смеха. Тут еще тортик, угощайся. Давай положим вместо него рыбу. Как ты классно придумала. What? Что это? Письмо от Диты? Oh, wow. Она такая милая. И подарок? Фу, дохлая рыба. Кажется, я совсем не нравлюсь ей. Что за коробки? Привет, мы что-то перевозим? Нет, мы переезжаем, сын.
А как же школа и наш дом? Мы получили хорошую работу. Мы опаздываем на поезд, собирайся. Но я совсем не хочу. Не переживай, тебе понравится на новом месте. Я ведь даже не попрощался с Дитой. Один лимонад, пожалуйста. Одну минуту. Плиз. Мисс, сначала попробую я. Окей. Все в порядке. Okay. Можете пить. Отлично. Умираю от жажды. Фу, какие волосы. Залью тебя лимонадом. Отойди от нее сейчас же. Не указывай мне, кто ты такой. Я ее охраню. Ну, сейчас ты у меня получишь. Он пришел в себя. Мы так волновались. К сожалению, у него серьезные раны. Вам лучше найти замену. Я напишу объявление. Hello. Я готов работать. Вы нам не подходите. Я буду вас защищать. Ты слишком молодой. Я пришел по объявлению. Ты совсем малыш. Похоже, будет непросто найти охранника для Диты. Здравствуйте. Я хотел бы работать у вас. У меня есть опыт и рекомендации. Вы нам идеально подходите. Дочка, приезжай. Мы нашли кандидата. Хорошо, скоро буду. Вот и он. Знакомьтесь. Это же Райан. Дита, я не верю, что это ты. Что тут происходит? Я столько лет хотела увидеть тебя. Я тоже. Прости, что тогда так внезапно уехал. Наконец-то мы в кафе. Я голодная. Ваш заказ. Thanks. Спасибо. Райан, это так вкусно! Ты должен попробовать! Ой, а что это? Кольцо? Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Ты выйдешь за меня? Да, я люблю тебя с самого детства! И я тебя, дорогая. Ура! Мы сделали это! Я так счастлива! Наша дочка совсем взрослая! Поздравляем! Будьте счастливы! Я бросаю букет. Ого! Я его поймал! Угощайтесь. Ой, ты плачешь? Что случилось? Не найдется лишнего цента для будущих звезд? Какой ужас! Это же маленький ребенок. Мэм, я вызову полицию. Полли, не обращай на него внимания. Нам нужно заработать деньги. Мэм, вы арестованы. Полли, прощай. Мама! Мама! Это ребенок совсем один. В сторону этой малышки нужна помощь. Поздравьте меня, я стала мамой. Полли, ты будешь жить во дворце. Тебе здесь понравится, обещаю. А это твоя комната. Мама! Мама! Да, да, я не сплю. О, какой беспорядок. Все дети так пахнут. Играть, играть! Что это? Полли, ты такая выдумщица. Но это неприлично. Ох, какая я голодная. Что сегодня в королевском меню? Сладости, лучший завтрак. А мне? Дорогая, почему ты плачешь? Ваше Величество, ребенку нужно молоко. Приятного аппетита, принцесса Полли. Гениально!
О нет, что за шум? Сейчас я ему устрою. Что здесь происходит? В замке должна быть тишина. Вы уволены, и не забудьте прибраться. Малышка, теперь тебя никто не потревожит. Доброе утро, принцесса. Прошу, это ваш утренний смузи. Идеальное начало дня. Дорогая, самое время изменить стиль. Ты красотка. Не забывай, у принцессы должна быть белоснежная улыбка. Мы на месте. Увидимся после школы. Обожаю учиться. Добрый день, класс. Полли, ты выполнила домашнее задание? Конечно. В лесу много удивительных животных. Мы должны беречь лес. Молодец, Полли. Это пятерка. Ты можешь идти домой. Мама так обрадуется. А мы продолжаем урок. Мэри, подъем. К доске. Где же Полли? Мама, а вот и я. Только посмотри на это. Юху! Очередная награда. Великолепно. А сейчас балет. Покажи, на что ты способна. Проще простого. Обожаю балет. Юби! Девочка моя, у тебя талант. Мисс Кэндис, моя дочь, заслужила все награды. Хм, ваше величество, это выгодная сделка. Полли, у меня сюрприз. Ты станешь звездой балета. Дочка, поздравляю. Сегодня был отличный день. А сейчас устроим соревнование. Поторопитесь, господа. Мамочка, меня не победить. Посмотрим, кто кого. Ха, это мне? Мэри, это не твоя награда. Не мешай нам. Полли, поздравляю с окончанием школы. Я теперь совсем взрослая. А это твоя награда за достижение в учебе. Мама, я лучшая в классе. Полли, ты гордость нашей школы. Принцесса Полли, вы лучшая! Ох, как же я устала! Сладких снов, детка! Пенни, можешь идти! Спокойной ночи, мир! Подруга, я тебя жду. Ты не можешь пропустить эту вечеринку. Я скоро буду. Юху! Танцуем до утра. Это самая крутая вечеринка. Веселимся! О, мне нехорошо. Подруга, все в порядке? Я скоро вернусь. Полли, все хорошо? Мне уже лучше, подруга. Может, прокатимся на скейте? Смотри, как я умею. Ха-ха, вызов принят. Юху! Ой, ой! Это было больно. Научить тебя кататься, красотка. Я и сама справлюсь. Сейчас у меня все получится. Подруга, ты это сделала. Странно, где принцесса Полли? Дочка, доброе утро. О нет, принцесса пропала. Вы должны ее найти. Немедленно. И поторопитесь. Все ясно. Принцесса была на вечеринке. Королеве это не понравится. Ваше величество, мы напали на ее след. Принцесса Полли, вот вы где. Что происходит? Вас ждут во дворце. Но я просто веселилась.
Мама, прости. Можете идти, господа. Принцессы так себя не ведут. Ты наказана, Полли. Мама, это вышло случайно. И не забудь прочесть все эти книги. Я проверю. Королева, что с вами? Тревога, случилось страшное. Мамочка, ты где? О нет, мама, ты ушла от нас. Принцесса Полли, теперь вы займете королевский трон. Мама, ты навсегда в моем сердце. Обещаю, я стану хорошей королевой. Надеюсь, я не опоздала. Это здесь проходит тренировка. Проще простого. Привет, я Полли. А я Майкл, приятно познакомиться. Тут по соседству есть отличное кафе. Может, пообедаем? Приятного аппетита, господа. Вкусно. Объеденье. Я провожу тебя во дворец, Полли. Располагайся и чувствуй себя как дома. Майкл, у нас столько общего. Мы созданы друг для друга. Кажется, у принцессы появился избранник. Не будем им мешать. Майкл, нас ничто не разлучит. О, что со мной? Я так и знала. Это ребенок. Отличные новости, дорогая. Мы станем отличными родителями. Мама, мне так тебя не хватает. Представляешь, я встретила любовь всей своей жизни и скоро стану мамой. Отличный вечер, правда, малыш? О, кажется, началось. Привет, я твоя мама. Ты прелесть. Малышка, добро пожаловать в семью. Майкл, мы стали родителями. Деточка, что ты здесь делаешь? Тише, тише, ты мешаешь королевской семье. Как насчет увлекательного путешествия? Будь счастлива. Где это я? О, что мне делать? Помогите!